Алло, Алена на связи. Всем привет. Соскучились за неделю? Мы очень. За это время вместе с нашими телеоператорами подготовили ответы на самые интересные и иногда даже каверзные вопросы. Готовы? Поехали! Нашей постоянной телезрительнице Юлии Зарубиной пришло письмо из городской администрации. Девушку включили в список присяжных заседателей. Быть в их числе она не хочет. Может ли отказаться? За ответом мы обратились в мэрию. Те горожане, которые включены в эти списки, не могут отказаться от исполнения своего долга и не участвовать в осуществлении правосудия. Ну, это предписано законом, и, собственно, исключение составляет некоторые категории граждан. Если вы к ним относитесь, то тогда необходимо обратиться в администрацию до 18 марта с указанием причины и приложив документы, да, подтверждающие эту возможность. Какие это категории? Например, это граждане, достигшие 65 лет, те, кто не может уделять этому время по состоянию здоровья, или люди, которые не владеют языком, на котором осуществляется, да, так скажем, судопроизводство, а также это военнослужащие. У Надежды Смирновой вопрос к судебным приставам. Могут ли они арестовать оружие у неплательщика в счет погашения долга? Судебным приставом-исполнителем в силу возложенных на него полномочий может быть произведен арест оружия, принадлежащего должнику. Однако меры по изъятию и транспортировке данного имущества, принадлежащего должнику, судебный пристав-исполнитель не наделен такими полномочиями. Данными полномочиями в соответствии с указом президента возложены на Федеральную службу войск Национальной гвардии. Хотелось бы отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона об исполнительном производстве не может быть обращено взыскание на имущество, принадлежащее должнику в части гражданского оружия. Виктор Спиридонов решил соблюдать пост, но мужчина – заядлый любитель соевого мяса. Может ли он себя баловать им во время Великого поста? Современный продукт, который мы сегодня именуем соевым мясом, конечно, подпадает под рацион человека, соблюдающего Великий пост, поскольку содержит в себе исключительно растительные продукты. В прошлом выпуске в городском парке мы встретили юную благовещенку Алину. Она спросила, когда же в ее любимом месте отдыха откроются аттракционы. В данный момент ведем работы по подбору персонала. Операторы, кассиры, дворники, рабочие по благоустройству. Также ведем работы по техосвидетельствованию аттракционов и общему благоустройству парка после зимнего периода. Открытие сезона в городском парке планируется ориентировочно в конце апреля, вместе с ними и начало работы аттракционов. Конец апреля, 16-24 апреля. Алина, придется немного подождать, прежде чем прокатиться на колесе обозрения или пострелять в тире. Но не расстраивайтесь, работать аттракционы будут все лето, навеселитесь вдоволь. Мы спешим поскорее познакомиться с кем-то из прохожих. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Лариса Григорьевна. Лариса Григорьевна, очень приятно. Скажите, может быть, о чем-то задумывались в последнее время? Может, что-то беспокоит вас? Да так особо ничего не беспокоит, кроме вот такой затянувшейся нестабильной весны. То есть хотите узнать, почему такая нестабильная весна? Ну да, конечно. Хотелось бы хорошей погоды. Отлично, Лариса Григорьевна, ждите ответ в следующем выпуске рубрики. Он выйдет в четверг на канале «Город-24» и на нашей странице ВКонтакте в воскресенье. Не пропустите. Свои вопросы задавайте по номеру редакции 524202. Пишите их в ВК. Встретимся в эфире. Пока-пока.